Не умеешь вышивать крестиком, вышивай крючком. Приветствую вас, дорогие любители творчества. Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Посмотрите, какая солнечная погода за окошком. Сейчас сниму это видео, поделюсь с вами просто бомбической идеей, все расскажу, покажу и пойдем с Лешиком гулять в наши любимые парки. Погода просто шепчет. Ну а сегодня вот такая объемная тема. Посмотрите, какой образ у меня уже вырисовывается. Ну, просто все уже практически готово. За малым. Связать спинку, примерить и показать, как это все прекрасно сочетается, как это сидит на мне. Ну и поделиться своей радостью, своей новостью. Посмотрите, что я придумала. Вы видите, как одна идея поглощает другую, рождается третья. И посмотрите, что у меня уже получается. Кто бы мог подумать, обычный тамбурный шов. Это, наверное, компенсирует мое неумение вышивать крестиком, мое нежелание и лень вязать жаккардом. Но я умею работать крючком, и я решила вот так вот украсить свою новую работу, которой, кстати, нет еще названия. Может быть, вы мне подскажете. Все начиналось с пончо для пышных дам. Пышные дамы остаются, кроме пончо. Это будет скорее худи или что-то такое, накидка, но для пышных дам. Так что, пышные дамы, я приглашаю вас к этому просмотру. Может быть, вам понравится моя идея. Кто не смотрел прежние ролики, посмотрите, что это за идея, как она развивалась и чем вообще это закончится. И это еще не факт. Возможно, это еще этим и не закончится. Но давайте обо всем по порядку. Во-первых, все вот эти аксессуары сделаны мною собственноручно. Вот такая сумка с такой вот, как это назвать, не этикетка, что это, ну, в общем, handmade. Это мне, я помню, присылал в магазин «Сиреневый слон». Вот такая сумочка, ботинки, конечно же, от New Chic, мой любимый магазин. Говорю и показываю только то, что мне нравится. Я надеюсь, вы уже это поняли. Вот такое ювелирное украшение на скорую руку от меня. Ну и, конечно же, вот эта накидка. Девочки мои хорошие, посмотрите, какая идея у меня возникла. И я просто ее схватила обеими руками и стала развивать. Во-первых, розового цвета в этой работе не будет. Мне вполне хватает вот этих двух оттеночков более темного болотного цвета и бежевого. Вот эти две пряжи. Спонсором здесь был магазин Yarn21. Огромнейшее благодарю, Дима. Вот такая пряжа Милана. Я от нее просто в восторге. Я уже не буду останавливаться подробно на составе. Вы сейчас даже сами можете это увидеть. И у меня был вопрос к вам вот по поводу вот этого цвета розового. Как мне быть, как мне скомбинировать. Но все обошлось, поскольку вот этой пряжи у меня было так, 200 грамм, а вот этой пряжи 300 грамм. И вот вполне мне хватит для того, чтобы связать перед и спинку. Ну, а капюшон я свяжу из опала. Вот из этой пряжи я свяжу капюшон. Спонсором был магазин «Кудель».
Итак, значит, получается, что 200 грамм вот этой темной пряжи оливкового цвета пойдет на перед, столько же пойдет на спинку, и где-то грамм 125 пойдет вот этого бежевого оттенка. И у меня все получается. То есть длина изделия будет где-то сантиметров 80, я думаю. В принципе, это замечательно. Ну, а капюшон, согласитесь, очень хорошо гармонирует эта пряжа вот с этой бежевой. Да, это немножко другой состав, другой метраж, но я возьму две ниточки и два сложения, я имею в виду, потому что 100 грамм у меня всего вот этой пряжи, и обязательно свяжу капюшон. Но вы посмотрите, как теперь все вот этот образ, у кого хорошая фантазия, и тот, кто может представить, как это все будет смотреться. И вот с этой сумочкой, которую я делала из льняной салфетки. Салфетку мне предоставлял магазин Т-декор. Громадное благодарю. Вот эти вот розочки, это моя прошлая жизнь, мое ирландское кружево. В общем, родилась вот такая сумка. Вдогонку родилась вот маленькая сумочка. Кстати, есть подробный мастер-класс. Кому интересно, пишите на почту moon69inbox.ru. Это я имею в виду вот по этой сумочке. Ну и вот эти вот, я не знаю, как это, кроссовки, ботинки от интернет-магазина New Chic дополнят мой неповторимый образ. В общем, вот так вот как-то по наитию само собой рождается что-то новое. Итак, давайте подробнее расскажу вот об этом жаккарде крючком. Это обычный тамбурный шов. Сразу хочу сказать, что для начинающих, те девочки, которые только-только начинают вязать крючком, думаю, что вам нужно еще приобрести опыт, потому что здесь важно, очень важно умение чувствовать крючок. Вот что называется чувствовать крючок. Потому что это обычный тамбурный шов разными оттенками. Я сейчас вам покажу эту пряжу, остатки пряжи, где я их покупала. И, в принципе, это не важно, где я их покупала. Самое главное, чтобы вы, если будете что-то вязать подобное из других оттенков, чтобы эта пряжа гармонировала. Ну, вот вам, кстати, темно-бежевый, светло-бежевый очень хорошо гармонируют с коричневым и с зеленым. Если у вас будет, допустим, розовая тоже, розовая с бежевым, хорошо бы сюда добавить голубой, белый, то есть вот эти полоски сделать голубым-белым. У кого сложности с комбинацией цветов, вы просто наберите в интернете эту же фразу «комбинация цвета» или «градиент цветов» или «цветовая гамма». И вам интернет подскажет, куда посмотреть, чтобы узнать, какие цвета сочетаются друг с другом. Вот и все. Значит, вот этот тамбурный шов я делала крючком троечка. Вот так вот это выглядит с изнанки. Уже все я попрятала кончики. В общем, изнаночка у меня достаточно тоже аккуратная. Единственное, что если это вискозная пряжа или с большим составом вискозы, отрезайте не под корень, а вот вы видите, отрезайте где-то на сантиметр больше. Прошу прощения за мой маникюр, который, вернее, его отсутствие. В общем, какое-то время я буду появляться с вами вот с таким маникюром. Заболели ногти, и сейчас нельзя красить вообще ничем. Нужно выждать хотя бы месяц-полтора.
Это так, небольшое отступление. Итак, когда будете прятать кончики вот с пряжи, в которой есть большое содержание вискозы, шелка, ну, которая скользкая, даже та же самая искусственная микрофибра, оставляйте вот такие вот сантиметрик для того, чтобы этот кончик распушить и чтобы он у вас не вылез на лицо. Да, вот такие небольшие, ну, небольшая неаккуратность с изнанки, но это вот вынужденная мера. Это небольшая хитрость в вязании. Итак, значит, что теперь хочу сказать. Девочки, вы вообще представляете, сколько теперь возникло образов? Я не знаю, как у вас, но у меня возникло море образов вот с этим жемчужным узором, с узором рис. Вы только на это посмотрите. Если у вас работает фантазия и есть какое-то воображение, что из этого можно сделать, вы посмотрите, этот узор рис, он просто говорит о том, расшей меня. Вот если, конечно, он выполнен правильно. Посмотрите, вот эти вот желобки, вот эти бороздки. Это же можно сделать квадраты, ромбы, все что угодно. Вот, пожалуйста, вот так вот по желобкам пройдитесь тамбурным швом, и у вас будет маленький ромб. Вот здесь вот я даже планирую что-то сделать еще. Это еще не конец. Это я делюсь тем, что у меня получилось, и мне очень хочется быстрее поделиться этой идеей с вами. То есть здесь можно дополнить вот по желобку, допустим, маленький ромб. В серединку можно пришить какую-то контрастную пуговицу, либо заклепку, ну что-то такое. И вот таким образом вот этот скучный жемчужный узор может превратиться просто в шедевр. Вы уже, наверное, представили, каким будет спинка, какой будет спинка у меня. Это перед, и здесь вот этот таран, и места как бы мало где развернуться. Но чтобы связать, я уже просто представляю, как у меня будет выглядеть спина. И чтобы связать спинку с передом, я применила вот здесь вот этот тамбурный шов вот таким зигзагом. И посмотрите, почему мне вообще пришла эта идея в голову. Во-первых, здесь идет цвета нити, и причем достаточно контрастная, то есть болотный вот такой переходит в светло-беж, да, или экрю. И вот чтобы эту границу как-то зафутушировать, я применила вот этот узор. То же самое будет и по спине. И как же это красиво смотрится. Теперь просто просятся сюда вот эти вот завязки контрастного цвета. Скорее всего, они будут вот такие зеленые. Я скорее их свяжу на мельнице. Они не будут такими тонкими. Они будут достаточно, ну, такими мощными, связанными на мельнице вот этот жгут. Вот. Этот же жгут, скорее всего, будет применен и вот здесь по горловине. Может быть, я сделаю здесь вот даже плетенку, допустим, коричневые полоски, потом они будут переплетаться вот этим жгутом, связанным на мельнице, и вот здесь будет дополнительный яркий элемент. И вот этот приглушенный бежевый цвет превратится сразу в яркий, неповторимый. Я думаю, что такой модели пока нет ни у кого. И вообще я каждый раз стремлюсь к тому, чтобы это было неповторимым, чтобы это была лично моя модель. Вот так вот, глядя в интернет на какие-то модели, мы можем рождать наши модели, которых ни у кого не будет. Итак, какой же пряжи я это все расшивала? Значит, это пряжа Ирина Семеновской фабрики. Кстати, я что-то как-то забыла про существование Семеновской фабрики и про магазин, который у нас в Москве, в метро Семеновская. Надо будет туда съездить. Пряжа с большим содержанием вискозы. Я точно помню, что здесь много вискозы. Вот вы видите, она поблескивает.
Я немножко отмотала от этого 50-граммового моточка, чтобы было два сложения нити. Вторая пряжа та же самая Ирина, но зеленого оттенка. И тоже два сложения. Вот здесь важный момент. Вот этот жгут должен быть не из тонкой пряжи. Иначе это не будет вот так фактурно смотреться. Это вот вам еще одно пожелание. А теперь по поводу пряжи «Шелковый блеск». Вы меня как-то спрашивали, вот она, эта пряжа. Я, кстати, тоже думала, что я ее сюда применю, она тоже подходит сюда. Но этой пряже, наверное, нужно как бы не три сложения, потому что она достаточно тонкая, 400 метров на 100 грамм. Вот. И сразу попутно отвечу на ваш вопрос, поскольку он звучит часто в комментариях, по поводу пряжи «Шелковый блеск». Ее не выпускают, аналога я не знаю. Если предложить вам вот эту семеновскую Ирину, да, это очень похоже, но не то, что очень похоже, но пряжа с содержанием вискозы, которая вот так поблескивает, но это совершенно другое. Я аналога вот не знаю. Девочки, если вы знаете аналог пряжи «Шелковый блеск», пожалуйста, поделитесь. Потому что многие спрашивают, поделитесь комментарием под этим видео, и, возможно, эта информация кому-то, ну, срочно пригодится. Я не знаю, почему сняли с производства такую прекрасную пряжу. Это 100% эвкалипт, вытяжка из эвкалипта, 100% лиоцель. В общем, вискоза. Кстати, по поводу вискозы, существуют дебаты в интернете, на ютубе, то, что это искусственная пряжа. Я не понимаю, честно, если это вытяжка из эвкалипта, насколько я знаю, эвкалипт – это дерево. Поэтому это априори не может быть искусственной нитью. Это, я считаю, что это натуральная пряжа. И у меня еще такой запас разных цветов есть. Ярко-алый, зеленый, шоколадный. Розовый нет, розовый закончился, как это, такой цвет сливы. В общем, много-много всего. Так что, мои хорошие, если вы не умеете вышивать, если вам так же, как и мне, не нравится жаккард, не то, что не нравится, мне он очень нравится, но очень сложное исполнение, то вот это выход для вас. Освежить изделие обычным тамбурным швом. Да, конечно, это нужно тоже иметь опыт, но поверьте, это очень красиво смотрится. Так что вот такое сегодня небольшое видео. Я надеюсь, вам понравилась моя вот эта жаккардовая идея крючком. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшний ролик. Идем гулять, идем наслаждаться солнышком. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.